Доброе утро, мои дорогие. У меня сегодня день начался в 4 утра. Да. Вот уже сейчас время 6 час. А я уже украшения тут сделала. Сейчас вам покажу. А, во-первых, у меня вот прям большая радость. Тут у меня пропала моя заказчица Лариса Артамонова. Прям пропала. Я ей писала, звонила. Нету и нету. А у меня заказ ее лежит. И мне там осталось браслетик один доделать. Размер не помнила, какой у нее. И никак. Я уже расстроилась. Я думаю, ну что случилось-то? И больше позвонить-то некому. А тут она отозвалась. Она, оказывается, в хирургии лежала. Так, вот видите, что кот творит? Он мне все рвет. Вот. Ну, слава богу, все хорошо. Вот. Выпроводила в коридор. Ну, ужас, он мне все обдирает, по шторам лазит. Ну, ночью ребенок, господи. Вот, ну вот, короче говоря, слава богу, все обошлось. Жива-здорова. Вот, сейчас с утра уже доделала ей браслетик. Буду отправлять. Так, ну вот покажу сейчас, чего я сделала. Так, ой! Все упало. Вот под бусы. Ну, кто помнит, я это вот делала такие бусы из гематита. Вот сделала ей вот такой браслетик. С шунгитом и с гематитом. Вот, так что отправлю. Так, и сделала я вот такой вот чокер. Чокер сделала. Вот такой. Ну, где-то 50 сантиметров. Под шею. Вот такая вот красота. И остались у меня бусинки. Я сделала сережки к нему. Ну, такие простые, лаконичные, в общем-то. Вот. Вот так вот у меня началось утро. Ругаю себя все время, что при искусственном свете делаю, зрение уже никакое все равно. А даже не задумываясь об этом, стою и начинаю. А потом ругаюсь сама на себя. Ну, а я тем временем еще один шарфик делать начала. У меня их много сделано, но много еще и не сделано. Я понимаю, что сейчас это не очень актуально зимой. Ну, сделаю к весне. Может быть, и будет спрос. Не знаю, мне нравится их делать. Они мне как-то настроение поднимают. Когда просто из обычного шарфа получается прям украшение. Мне очень нравится это дело. И мне, ну, просто вот постоянно пишут девочки, как вы их делаете. Я уже 2 видео у меня где-то есть, как эти шарфики делаются. Но так как у меня уже почти 1000 видео, может быть, и на самом деле тяжело найти. А, может быть, я и в эти плейлисты, может быть, не добавляла.
Вот, поэтому вот еще раз. Маська у меня там гоняет чего-то по полу, шуршит. Целый день вот так и ночью. Ну вот, собираете на ниточку, только нужно краешек обрезать вот этот вот, ну, подшитый. А то будет очень толсто, может в шапочку не войти. Вот так собираете, собираете, собираете. Весь край. Работа такая спокойная. Вот. Ну, сейчас соберется, я покажу. Ну вот. Нанизали. И теперь нужно это сложить. И все как следует закрепить. Много раз. Когда широкие шарфы, я еще и на клей сажаю. Ну, чтобы для прочности. Ну, вот этот тоненький. Его не надо на клей, я так думаю. Вот, и вот так вокруг. Прошиваешь, прошиваешь. Чем крепче, тем лучше. Так, ну вот, я думаю, достаточно. Сейчас закрепим. Так. Чтобы никаких не было махнушечек тут. Берем пин, разжимаем колечко, ну не до конца, а так, чтобы вот так вот было. И теперь нам нужно с изнанки в серединочку его проткнуть, всю эту конструкцию потихонечку так вот туда-сюда. Вот, желательно по центру, чтобы вышло. Вот, вот тут еще есть. Вот, и вытаскиваем. Ну, так, чтобы шарф сам не порвать. Поаккуратней. Так, теперь берем шапочку. Тут бы, конечно, можно и поменьше шапочку, но нету у меня поменьше.
я ее подожму. Подожму, чтобы она так. Так. Обрезаем лишнее. Я все время к себе придвигаю, наверное, из-под камеры забираю. Ну и все, и колечко делаем. Вот, вот чтобы вам видно было. Ну вот, а теперь осталось, собственно, найти то, чем нам соединить. Сейчас вот я пойду смотреть. Так, ну вот, нашла вот такие бусины красивые, стеклянные, красные, с золотом. Ну, они так подходят сюда. Сейчас будем собирать. Напины. Разделительные маленькие-маленькие вот такие бусинки. Сейчас между собой. Делаем колечко и присоединяем тут сюда. Так, так. Зажимаем. Ну и вот так по одной бусинке. Собираем. Будет очень красивый такой весенний шар. Не умею на камеру делать. Без камеры все получается как надо. На камеру только начинаешь, и все. Сейчас я доделаю и покажу вам. Ну вот. Все, собрала по одной бусинке и к другому краю присоединила. Самое главное здесь, девочки, вот если будете делать, в конце, когда вы будете уже последнюю бусинку присоединять, посмотрите, чтобы у вас ничего не перекрутилось. То есть вот внутренняя часть шарфа, чтобы вот она вот так вот была. Вот она, вот это, да, вот где. Вот. Чтобы вот это было ровно, а иначе у вас все перекрутится. Вот. Ну вот и все, шарфик наш готов. Ну вот теперь хочу на манекене вам показать.
Ну, на нормальной шее это будет, конечно, где-то вот так, наверное. Мне кажется, и строго, и благородно. Матовый черный камень, и в то же время кристаллы блестят. Вот такое украшение получилось. Ну, шарфик. Ну, пока расцвело, я еще один шарф сделала. Вот такого красивого цвета. Бусины здесь тоже такие же, только поменьше размером. Вот такой красивый цвет. Вот она, лапуся моя, лежит, мурлыкает. Наигрался, нахулиганился. Глазастый. А, Максик, маленький, да, этим подглядывает. Господи, такие прям пяточки розовенькие, такой ты весь прям. Господи, ты когда тихий такой, ну такой ангел, а. Максик. Ой, ну как ведь начнет, Господи, как начнет куролесить-то. Да, да, тако творит, бабушка матом ругается на ангела на этого. Ну, все свернет, все перевернет. Ой, безобразник. Ну скажи, что я, расту я? Да, глупо еще, конечно. Ничего, скажи, подрасту, буду умный кот. Ну, не нарадуешься на меня. На что, собственно, и надеюсь-то. Ай.